Как тебе курс вообще? Ален, курс просто огонь. Во-первых, ты волшебница. Ты говоришь о сложном очень просто и очень доступно и очень интересно, что самое важное. Вот, момент второй. Ты много мучаешь в плане не бояться. То есть глаза боятся, руки делают, да, по принципу такому. Потому что у нас очень много в голове установок, очень много каких-то представлений, которые с нами жили очень долго. Поэтому у тебя получается их разрушить, поломать, потому что это тоже очень важно. Вот, чтобы образы получались вкусными, как ты любишь говорить. Вот эти установки, они нам во многом мешают. И третий момент, который мне очень понравился, очень душевно все, очень тепло, и видно, что тебе важно, чтобы у нас что-то поменялось, чтобы у нас что-то получилось. И это дает свои плоды, поэтому я очень рада, что я, во-первых, знакома с тобой, а во-вторых, что пришла все-таки к тебе на курс, и у меня очень много изменилось и поменялось, и вот здесь тоже. Самое главное. Спасибо большое.